Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 20 марта. Сегодня буду выносить в теплицу свои первые томаты. Пока не высаживать, а просто для адаптации. Сейчас включу подогрев. Вот сейчас 9 утра. Температура грунта и земли почти одинаковая. Вот грунт. Там сколько я мелко тут. Ну, градусов 6, наверное. И воздух. Я сказала грунта и земли, что ли? Температура воздуха и земли почти одинаковая. 7 градусов. За бортом у нас 0. Предполагаемая дневная температура, которую синоптики выставили, плюс 5. Так что, возможно, еще выйдет солнышко. Но будем смотреть. Сейчас включаю отопление. И через 2-3 часа проверю, когда температура поднимется. Принесу сюда свои ящички, контейнера с рассадой и оставлю. Возможно, скорее всего, и на ночь оставлю, но это будет видно по температуре, которая здесь поднимется. Ну вот, через 2 часа все тут согрелось, вышло солнышко. Сейчас посмотрю, какая температура. Так, 10-20. Ой! 24-25. И грунт я уже проверила. Я вот вырыла ямочку и туда поглубже. Так. Ну вот смотрите, я поглубже туда воткнула этот термометр. Было же 6-7, когда он в верхнем слое стоял. Теперь он опустился до 4 градусов. То есть внизу все-таки земля еще холодная. Ну а так как, конечно, она не прогреется за 1-2 часа, изменение температуры грунта буду смотреть завтра. Но тут, так как томаты будут не закопаны, а вот сюда принесла, кажется, вообще ярко-зеленые. Дома оказались бледненькие. Здесь, кажется, прям ярко-зеленые. Сейчас буду перетаскивать сюда свои томаты. И постепенно теплица будет прогреваться, конечно. Сегодня они здесь у меня останутся первый раз на ночь. Начнутся бессонные ночи. Понемногу количество рассады увеличивается. Сейчас, пока томаты будут адаптироваться к новым условиям, я буду разравнивать вот эти грядки и намечать лунки. Кстати, температура в течение дня не очень-то, ой, повысилась. Но ясно, что там в глубине, скорее всего, очень-очень холодно. Было 4 градуса днем. Сейчас стало, ну, 5-6 ползет немножко. Но я знаю, что это не очень быстро все происходит. Зато я, видите, весь день почти голышом в одной футболке здесь работала. Здесь так уютно в теплице, так комфортно. Не знаю, как будет ночью. Ну, условия для жизни растений идеальные. Весь день была температура в теплице 25-26. Сейчас спустилась до 20 градусов. Такая комфортная температура для работы. Я как раз вот здесь делала луночки, размечала. Все у меня списки, планы составлены. Я вот с прошлогодним сверилась, и так как меня все зрители успокоили, что места томатам хватит, буду делать так же, как в прошлом году, мелкие, ну, низкорослые буду поперечные делать, а крупные буду продольные делать. Я сейчас намечаю лунки, единственное, что между теми со всеми, ну, совсем маленькими, вот там Спиридон, Москвич, я сделала 30 сантиметров. Между вот здесь Демидов, например, Настенька 40 сантиметров. А на другой стороне, между крупноплодными, буду делать уже 50 сантиметров. Все. Оставляю своих крошек на ночь. Как переночуют, я вам завтра расскажу. Мне нужно как раз вот за этот период, за несколько дней, до 28-го, ну за эту неделю, нужно все здесь, ну как руками же разминаешь, разрыхлить, разровнять, сделать лунки, приготовить. И как раз вот эти закаленные, немножко окрепшие саженцы
которые уже адаптируются в этих условиях, буду высаживать. Все, до свидания.